Всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня нас с вами ждет июньская распаковка 3 в 1. У нас здесь Stray Kids и Zero Base One. Давайте начнем с распаковки вот этого небольшого конверта. Здесь нас ждут карточки со Stray Kids. Они красиво упакованы, надежно подложен картон. Давайте теперь их с помощью магии монтажа быстро распакуем. Тут у нас еще подарки, пакетик с чаем и вот такие милые наклеечки. Очень приятно. Давайте теперь снимать скотч. Та-дам! Тут у нас две карточки со Stray Kids, Хёнджин и Чанбин и Феликс и Чанбин. Да, я продолжаю собирать эти карточки юнитки с эры Ordinary. Мне очень они нравятся. Уберем полностью скотч, чтобы не срезать и не повредить карточки. Давайте теперь их распакуем, посмотрим поближе. Первая у нас здесь красная карточка. Хёнджин, Чанбин. Мне очень нравятся здесь у Хёнджина очки с сердечками. И вторая карточка у нас синяя. Здесь у нас Феликс и Чанбин. Чанбин с зелеными прядками. Феликс с линзами. Показывают сердечки очень мило. Прекрасное пополнение коллекции. Давайте теперь смотреть вот эту большую коробку. Здесь нас ждет став с Zero Base One. Ей прекрасно тоже запаковано. Упырка. Снимаем пленку. Немножко колдуем, ускоряем, чтобы не затягивать. Зерони. Здесь у нас две официальные наклейки. Wake One. И вот оно, прекрасный PhotoCard Holder Keyring, то есть держатель для карты, он же брелок. Здесь у нас версия с Рики. Так. Вот такой прекрасный Ринини. Мне нравится этот котик. Холдер сам по себе такой мягкий, как будто бы воздушный. Давайте вытащим карточку с Рики, посмотрим, как она выглядит без чехла. Очень красивый задник, тоже с котиком. Прекрасно. И Рики здесь с красными волосами в кожанке. Мне нравится этот фотосет. А холдер я на самом деле решила буду использовать для проездного. Очень удобно, он как раз подходит по формату. Давайте смотреть последнее. Здесь у нас подарки к журналу Феликс и Чан. И Минхо и Санмин. Здесь еще банкнота в подарок с Чаном. Такой у меня в коллекции еще нет. Давайте распакуем. На задней стороне обложки реклама Шанель с Пенелопой Круз и Брэдом Питтом. И здесь у нас Хёнджин, обложка с Хёнджином. Мне, честно говоря, эта обложка больше всего понравилась. Прям действительно, как произведение искусства выглядит, хотя все обложки с Хёнджином были прекрасны. Первый разворот у нас здесь реклама Dior. Дальше идет реклама Tiffany, Tea by Tiffany, Celine, Miss Dior от Dior.
Гермес. Сколько у него браслетов? Булгари. Рекламирует Зендея. Сваровски. С Ириной Шейк. Здесь мы можем посмотреть, какие были все виды обложек Эль с Хёнджином. Прекрасные часы Гуччи. Здесь у нас снова Хёнджин. Красивые часы Тиффани. Обувь Луи Виттон. Всякая уходовая косметика с розой. Yes and да и какая-то свадебная фотосессия, что-то в свадебном стиле. Здесь кольца Chanel Fine Jewelry. И здесь очень интересная страница с различными товарами для собак. Первая здесь расческа от Celine, второе сумка Louis Vuitton. Видите, это такая сумочка Versace для пакетиков. Четвертое это у нас ошейник Dior серый, пятое лежанка Hermès, шестое плащ Gucci, седьмое это у нас миска Pet MCM и восьмое ошейник Prada для роскошной жизни питомца. Дальше как раз идет фотосет Пенелопы Круз и Брэда Питта, реклама Chanel. Статья Wonderland посвящена какому-то мероприятию, подозреваю, что связанному с Тиффани. Видим, что на мероприятии были ребята из Enhypen, Сон Хун и Джейк. Now and Then. The Highest. Различные дорогие часы. У нас разворот реклама Cartier, знаменитые кольца Trinity, которые из трех видов золота, белое, розовое и обычное желтое. Очень красиво, мне нравятся эти кольца. Они есть стандартные, с камушками и квадратной формы. Love between us, любовь между нами. Какие милые песики нарисованы. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone.
И вот, наконец, по The Set с Хёнджином и Stray Kids, Faith in Love, Вера в любовь. The Set у него здесь тоже совместно с Cartier, на нем как раз Кольца Тринити. Кольца, браслеты, различные вариации. Мне очень нравится здесь длина его волос. Укладка очень красиво лежат волосы. Мне почему-то этот фотосет немножко напоминает фотосет Rockstar, где они тоже там в ванной фотографировались на фоне плитки. Есть в этом что-то такое. Везде украшения Cartier. Вот спина Хёнджина с подвесками Cartier. С белым на белом. Роскошный фотосет, на самом деле, вот, в общем, мне прям очень нравится, очень красиво сделано. Здесь снова Cartier, еще одежда на нем Versace, Versace Prince. Красная кожанка, не знаю, мне кажется, ему очень идут кожаные вещи. В каком-то таком объемном, уютном свитере, тоже, по-моему, Versace. Кожаная жилетка. Шикарный фотосет, вообще не жалею, что взяла этот журнал. Так, и на этом все, жаль. Мало, но всегда было бы мало. Whisper of the Sea, шепот моря, сессия на берегу, красивая сумочка Dior. Dear Camellia, дорогая Камелия. Тоже очень красиво, фотосессия в честь уходовых средств от Chanel, линейка с Камелией как раз. Цветы шикарные. Вот тут прям рассказывается про экстракт камелии, как они его добывают. Stay weird, оставайся странной. Вообще мне нравится фотосессия Эль как раз вот своей необычностью, креативностью. Villa Violet. Тут красивые аксессуары, сумки Prada. Очень красивая вот эта коллекция сумок с цветами от Prada. Shine Bright. Сияй ярко. Реклама украшений. Это от Chanel Fine Jewelry. Chanel. Ну, красивая эта коллекция, тоже мне нравится. Со звездами, с цветами, с пятерками. Это у нас Fendi аксессуары. И, о, здесь у нас Summer in Swiss Riviera. Лето на швейцарской ривьере. И здесь у нас прекрасный Little Nook. Замечательный, я считаю, еще подарок. Он здесь рекламирует Tissot. Часы, красивые фотографии. Something that I love what you need.
У него тут коротенькая стрижка. Вот различные модели часов от Tissot с различной степенью водонепроницаемости. Жаль, что фотосет небольшой. Снова Cartier Trinity. Ох, как внезапно. Здесь еще у нас Джей Пак. Американо-корейский хип-хоп-исполнитель, певец, танцор, продюсер, участник танцевальной команды Art of Movement по брейк-дансу, основанной в Сиэтле. Надо же, внезапно тоже красивый фотосет здесь с ним. Он здесь в Гуччи. Эль Бьюти, Timeless Beauty. True Colors, настоящие цвета. И здесь это реклама косметики MAC. Кстати, очень люблю косметику MAC. Она действительно стойкая, хорошо держится. Я раньше особенно часто их дала, но до сих пор периодически беру хотя бы помаду себе. У них есть такие цвета, которые сложно найти где-то еще. Oh, happy day! Счастливый день. Тут женщина наслаждается жизнью, сладким фастфудом, коктейлями. Замечательный тоже фотосет, Coca-Cola, McDonald's. The New Blush Era. Различные румяна. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll you mean you could show? Новая я, новый кушон. Let's get glossy. Here my pet. Дорогой мой питомец. Какой красивый бишончик. Кажется, это бишон фризе порода. Тут еще котик красивый. Toy Story, различные игрушки от дорогих брендов, Street Food Fighter, какие-то различные необычные корейские стритфуды. Вот такая у нас сегодня получилась распаковка. Спасибо, что смотрели ее вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока-пока.